Что, сейчас-то получше стало? Отошли вы, нет? Ну, вообще, да, вроде, как бы, отошли. Получается, между Солидаром и Кременным мы здесь в лесу сидим. Короче, где этот нацпарк у них большой. Ну-ну-ну. Ну, очковато, конечно, малё, хочу скажу. Вот ясен. Ну, куда лучше, чем мы же вон на передок-то ездили на 3 дня. Ну. О, там-то я ебал вообще. Ну, до сих пор в оху пойти не могу от такой хуйни. Сидишь, потому что, блин, так стоит нахуй. Так хуй, блин. Страшно пиздец. Птичка с яичками там прилетит. Только в ближайший окоп нырять, щучкой бежишь, хуеть. Гасишься, короче, говорю, хули там. Ну, конечно, не вышел куда, в принципе. Там. Так мы еще и, оказывается, добровольцами ездили, мы вот тут вообще хуели. Постоянно, каждый день, где бы нас наебали бы как-нибудь. Пришли с саперами, ходили, дорогу светили. Говорят, вещи собирайте, переезжаем. Что за хуйня, куда переезжаем? Ну, я на позиции. Там, блин, все построено уже, вам все заебись, все тепло там. Мы хуй свечами приезжаем, хуй пойми, кругом стреляют, заходим туда, просто трупы по голове валяют кругом. Тут же начинается обстрел с артиллерией. И мы вообще нахуй прилипли. Пиздец, блядь, хуй через война, и по замечать в документах, что мы добровольцами заездили. Нас там нахуй никто ненавидит. Вообще никто мобилизованных. А мы-то что вам сделали? Ёбаный, мы сами сюда шли. Тут командование, ты бы знал, какое пизда вообще просто, это вафли. Прямо, ну, вафли. Пройду, так я вообще молчу, нахуй. Как свиньям, нахуй, говорили. А так что, привозят или там сухпайки, не сухо, ничего, вообще не выдают, нихуя. Не, вон банок дадут тебе. Какой хлеб там прошлогодний с ней, ебать какой. Кучу прям вывалят. Прямо что-то ходит иногда. Прям здесь люди зайдут.